туда же. Одна з ракет поцілила у офісні приміщення приватної компанії в місті Миколаєві. Це наслідки удару дроном камікадзе. Грань-1. Блядь! Ты не видишь его? Стреляй, если увидишь. Ой-ой-ой, боже. Летит, летит. Вот там, Олег. Готовься. Стреляй. Стреляй по нему сразу. Вон летит, стреляй! Блядь, нет, он падает! Блядь, ложись! Ебать! Охуеть! Блядь, страшно нахуй! Блядь! Доброго понедельника вам, друзья! Недоброго понедельника вам, недруги! Продолжаются прилеты по Киеву и другим украинским городам. Вот что любопытно. В комментариях к одному из роликов, которые вы сейчас увидели, я прочитал, что вот, мол, Русня считает, мол, что это ответка за Белгород. Там показывают фрагмент дрона, на котором просто надпись «За Белгород». Вот, и что удивительно, оказывается, украинцы, ну, реально, некоторые, во всяком случае, из тех, которые пишут этот комментарий, реально считают, что они ВСУ Белгород не атакуют, и все, что падает на Белгород, это наши ракеты, которые не долетают до Украины и падают на российский город. Мне интересно вот в этом контексте, как долго можно в это верить? Вот у украинцев я хотел спросить, ну реально, как долго вы будете верить в эту фигню?